Энерговика Дагестан, всем здравствуйте! Сегодня любые фрукты и овощи есть на прилавках круглый год. Однако, если вернуться в детство, самым летним блюдом было рагу. За него и возьмемся. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, мне кусок вот этой говядины духовой? Рагу мы приготовим не просто овощное, добавим туда еще сочного мяса. Да. А из творога приготовим десерт. Давно не готовили. Лимонно-творожное печенье. Сливочное масло, сахар, творог, яйца, лимон, мука, разрыхлитель, соль, рагу, баклажан, кабачок, перец, лук, морковь, картофель, грибы, помидоры черри, кинза, укроп, растительное масло, мясо. Всем еще раз здравствуйте, рада приветствовать вас на нашей съемочной площадке. Сегодня у нас в гостях очаровательная Фатима Исрапилова, эксперт по личному бренду и созданию качественного визуального контента. Фатима, я рада тебя здесь видеть. Я тоже очень рада здесь присутствовать. Сегодня мы будем готовить максимально летнее блюдо. Это будет овощное рагу, но сделаем его немного сытнее, добавим туда мясо. А в зеленом яблоке купили вот такой роскошный кусок говядины. Смотрите, как красиво. И приготовим десерт. Мы давно не готовили десерт. Это будет максимально легкое, воздушное, творожно-лимонное печенье. Прекрасно. Что скажешь? Прекрасно. Заодно научусь. Давайте. Так, Фатима, мы сейчас с тобой нарежем овощи. Будем нарезать их крупно. Затем будем обжаривать по отдельности. Кстати говоря, вообще рагу каждая хозяйка, да, готовит по-своему, но не только хозяйка, но и шеф-повара. Я выбрала такой максимально, на мой взгляд, легкий рецепт, и чтобы он визуально был красив, так как у нас сегодня как же без этого, да? Да, по визуальному контенту. Пока мы будем нарезать, давай крупно, наверное, нарежем. А ты, кстати, знала, что восприятие вкуса блюда зависит от визуальной картинки очень сильно? Так же, как и восприятие бренда зависит от визуальной подачи. Поэтому если блюдо красивое, то мы автоматически думаем, что оно вкусное. И когда мы едим, мы его воспринимаем вкуснее. Согласна, потому что когда блюда подаются в ресторанах так красиво, да, несмотря, кстати, даже на то, что, может, по граммовке это бывает порция меньше, да, чем мы накладываем себе дома, но выглядит и чувствует это всегда сытнее. Да, да. И, кстати говоря, работала 5 лет в ресторане менеджером, поэтому я знаю эту внутрянку, как это все подавалось, поэтому мы очень большой упор делали именно на визуальную подачу, потому что красивое блюдо – это вот, ну, высокая кухня – это в первую очередь красивое блюдо. И там иногда может быть не очень вкусно, на самом деле, но красиво. Это шедевр, визуальный шедевр. Класс. Вот такие тонкости мы сегодня с вами будем узнавать. Фатима, раз ты уже затронула тему своей работы, расскажи, пожалуйста, о том, как начинался твой путь, как ты пришла именно к этой сфере, да, сфере экспертного контента, личного бренда, визуального контента. Потому что, мне кажется, это относительно недавно появилось. Ниша.
Ну, как относительно недавно, эта ниша, наверное, существует уже лет 10 точно, но я, как и все женщины Дагестана, кажется, пришла в эту тему через декрет. Отлично. Так, скажи, пожалуйста, кубиками? Крупными кубиками. Кожицу не сдираем? Кожицу нет, не снимаем. Окей, отлично. Я пришла через декрет, потому что я родила ребенка, и, конечно, я сижу дома. А я человек, который не умеет сидеть дома, я человек, который должен зарабатывать всегда. Я зарабатываю с 12 лет. И у меня случился вот такой момент, что мне делать, что мне вот так сидеть целыми днями дома и с ребенком, и пеленки. Ну, то есть день сурка начался, и время освободилось для того, чтобы с ума сходить. Я начала с ума сходить, как мой муж говорил. И тогда вообще я начала заниматься своим магазином. У меня был магазин часов. Класс. И это были мои 15 тысяч, это были мои декретные деньги. Последние 15 тысяч, которые у меня были отложены. То есть у меня была там своя сумма всегда. И это были мои последние 15 тысяч, которые у меня были отложены. И я взяла их и поехала в Москву. Моя мама закупила эти часы на 15 тысяч. Господи, ну это мое начало. Оно такое веселое, честно говоря, сейчас вспоминать весело. И начала продавать эти часы. Я начала понимать, что так, выстраивать что-то нужно. Если просто купить и поставить в Инстаграм, не работает. Тем уже более тогда не работало? Нет, конечно. И тем более еще момент есть такой, что я же тогда фотографировала как я не знаю кто. То есть у меня там вообще ужасные фотографии. И я всегда привожу в пример мое до-после, потому что я говорю, что каждый может этому научиться. Это не то, что талант, какой-то дар, какой-то боже. Каждый может научиться визуальному брендингу, созданию визуала, фотографии, видео. Это просто практика. И вот скажи, пожалуйста, тяга к визуалу, она была всегда? То есть тебе всегда нравилось создавать красивую картинку? У меня были двойки по рисованию всегда. Я забегала с уроков ИЗО, у меня был, помню, я полный альбом, у меня были двойками. Еще на момент я была круглая отличница, и у меня была по ИЗО двойка. Ты представляешь? Нет, я не была творческим человеком абсолютно, можно сказать. То есть ты развила в себе это творческое? Я не была даже гуманитарием, у меня была физика, химия, математика всегда в приоритете. Я вот такой человек был, очень практичный, очень рациональный, очень расчетливый, вот. И так получилось, что декрет меня вывел на эту ступень. Но когда я начала продавать часы, вот с этого момента я уже поняла, что нужно что-то делать, и я пошла обучаться. Обучилась фотографии, начала практиковаться на своих часах. Я нарезала лук, так, немного и не мелко, и не крупно, средне, так говоря. А здесь у нас Фатима нарезала красивый баклажан. Мы его сейчас переложим и посолим. Да? Вот у нас соль. Посолим для того, чтобы, если есть какая-то горечь, чтобы баклажан ее выпустил. Прежде чем мы продолжим подготавливать овощи к нашему рагу, нам нужно приготовить тесто на наше творожное печенье. Поэтому, Фатима, процесс рагу я полностью доверяю тебе, а сама тем временем займусь печеньем. Что нам понадобится? Возьмем вот такой большой красивый таз, чашку. Нам понадобится творог. Здесь у нас 350 грамм, ну можно взять и 400. Мы немного размешали творог сейчас в отдельной чаше. У меня здесь масло, пол пачки, здесь где-то 120 грамм. Какой у меня хороший глазомер. Оно такое вот мягкое. Мы его смешиваем сейчас с сахаром. Сахара нам нужно 130 грамм, если в одной ложке у нас 25 грамм в обычной ложке столовой, то в этой, наверное, где-то 20 грамм, ну, я так думаю. Соответственно, где-то 6 ложек нам понадобится. Берем вот так, 6 ложек добавляем. Вообще, на самом деле, рецепт очень легкий, такой вот, без заморочек, как говорится. Мы очень любим такие рецепты, чтобы было легко, вкусно и быстро. Это уже была третья или четвертая? Четвертая, отлично. Так, пятая, шестая. Размешали, у нас получилась такая сливочная масса сладкая. Мы ее добавляем к творогу. Это все мы добавляем сюда. Можно было, конечно,
в одной чаше, но мы не ищем легких путей. Так. Добавляем чайную ложку разрыхлителя. Так как печенье у нас творожно-лимонное, мы натрем цедру лимона. Сейчас я вот тут немножко срежу. Прямо вот сюда, на мелкой терке. Лимон придает такой пикантный вкус, свою изюминку, как говорится. И аромат, наверное, тоже. И аромат, да. Теперь мы берем половину лимона и выжимаем прямо вот сюда этот сок. Ой, у кого еще кисло во рту? Размешиваем хорошенько. Вот здесь нужен блендер, знаете? Вот тебе блендер. Чуть не забыла добавить яйца. Ой. Вот так. Раз. Нам нужно два яйца. Два. Вот. И теперь вот все хорошенько так перемешиваем. Добавляем 350 грамм муки. Хорошенько все перемешали. Сейчас отправим всю эту массу в холодильник на полчаса. Ну что, возвращаемся к нашему рагу. Фатима здесь уже почистила все овощи. А давай я пока нарежу мясо, а ты нарежь картофель небольшими кубиками, затем морковь и наш кабачок. Вообще рагу такое универсальное блюдо, его можно приготовить абсолютно из любых овощей, которые есть у вас в холодильнике, которые плохо залежались или долго лежат там, да, и придать новые свежие вкусы. Так, Фатима, да. Мы остановились на том, что ты пошла обучаться фотографии. Как я понимаю, это прошло весьма успешно, да. Учитывая какой... Я влюбилась, результат. Мне очень понравилось. Мне понравилось снимать, и тогда, если честно, я даже не могла представить себе, что вообще буду в этой сфере работать все-таки. То есть идея с магазином еще была? Да, я делала это для магазина. Потом точно так же для магазина я пошла обучиться СММ. И вот там уже началось. В моменте, когда я обучалась, я взяла первый проект, второй проект. И пока я закончила проходить курс, я уже вела три проекта. Тебе это нравилось? Да. А что больше всего нравилось? Деньги зарабатывать. Как честно. А я думала создавать красивую картинку. Давайте мы не будем обманывать себя и людей вокруг себя, но мы все делаем в первую очередь для того, чтобы обеспечить себе комфорт финансовый, и во вторую очередь для того, чтобы было приятно душе. Тут у меня просто получилось комбинировать. А муж не скучает по той Фатиме, которая была в начале? Ты знаешь, я уверена, ну, по крайней мере, по нашим отношениям, я вижу, что ему больше нравится Фатима, которая сейчас. Почему? Чем отличается Фатима сегодняшняя от Фатимы тогдашней? Фатима сегодняшняя, наверное, больше уверена в себе, в своей жизни, в своей состоятельности, как женщина, как человек, как бизнес-леди, да, так сказать. Мне кажется, я сейчас более состоявшаяся, вот как личность именно, мне так кажется, не знаю. Но как по отношениям это чувствуется все равно, потому что у нас с мужем очень партнерский брак. У нас нету такого, что ты... Естественно, у нас патриархат полный, то есть муж хозяин дома, хозяин очага, но у нас все на равных всегда. Мы советуемся, мы общаемся, мы прислушиваемся к мнению друг друга, поэтому мне это очень нравится, мне безумно нравятся сейчас наши отношения. Я рада, что мы пришли к этому. Приятно слышать такое, конечно. Наверное, уже время добавлять морковь, да? Да. Или может немножко быть. Дадим поджариться луку? Ну, давай добавим. Не знаю. На отдельной сковороде будем обжаривать сейчас картофель.
У нас уже готова обжарка, лук, здесь помидоры, перец, все овощи в состоянии альденте, да. Обжаривается мясо, картофель по отдельности. Сейчас мы также нарежем грибы. Специально взяли такие небольшие, вообще мне они так нравятся. Нарежу специально так крупненько, для того, чтобы после жарки они были видны. Обычно грибы так ужариваются, что их совсем не видно. Расскажи нам про то, как ты решила полностью перейти в СММ, как поняла вообще, что это твое. Насколько я знаю, ты уже и обучаешь сейчас. Да. Как вообще пришла к визуалу? Это очень интересно. Просто дело в том, что когда я начала вести уже несколько проектов, времени тупо не хватало на магазинчик. И я его закрыла просто... Я даже не распродала то, что было, потому что, ну, не было вообще на это времени. Я была в положении... На втором. В положении с дикими токсикозами. Но у меня в этот момент включается жесткий трудоголизм, поэтому я ушла в работу. И так получилось, что все, я оставила магазин и начала работать. У меня было уже 4 проекта, потом было 5 проектов. Я вышла на свою первую сотку. У меня тогда было вдохновение такое, что я сделала сотку. И я, ну, сотка я... это 100 тысяч рублей. Да, 100 тысяч рублей, да. Но дело в том, что имеется в виду месяц чистыми, то есть за вычетом, когда ты оплачиваешь своим работникам. И в тот момент я уже поняла, что где-то я подгораю. Запахло выгорание, да? Запахло очень-очень жестко паленым. Ну, тогда я пошла на консультацию к Саиде Лугуевой, у меня тогда была с ней консультация, и она мне сказала, оставь 2, 3, 4 проекта, оставь для себя один, который будет просто твои хотелки закрывать, и начни заниматься вот именно визуалом. Она меня тогда подтолкнула к тому, что у меня хорошо получается визуал. Я посмотрела, думаю, ну давай. Тогда я ушла с первого проекта, второго, третьего. Меня очень тяжело провожали, потому что они не хотели, чтобы я уходила. У меня были очень теплые отношения со всеми моими клиентами. И мне было тяжело уходить, но я ушла. Оставила один проект себе для того, чтобы он у меня просто был, чтобы я что-то для себя могла зарабатывать. И начала заниматься именно созданием курса. Мне кажется, у тебя даже глаза по-другому горят, когда ты говоришь именно об этом. Прервемся буквально на минуточку. Нам надо уже снять картофель с огня и будем обжаривать грибы. Давай продолжим. Скажи, пожалуйста, вот мы затронули тему того, что ты начал создавать свой курс, и я сразу же, наверное, спрошу, а как вообще ты справлялся с этим чувством ответственности за людей, за обучение, за их результаты? Чувство ответственности у меня было очень высоким, и тем более это первый мой опыт был. Если бы не было вот этого моего перфекционизма, наверное, это было бы быстрее. Вот. Но я это сделала и запустила курс. Мои ученики уже зарабатывают достаточно много. Я довольна их результатами. Я также знаю, что ты проводишь девишники. Такие бизнес-девишники в этно-стиле. Меня, кстати, очень именно привлекла тематика этно. Я обратила внимание, что и сегодня у тебя такие элементы этно-стиля. Ты любитель, да? Любитель, да. Но при этом у меня девишники, они все в разных тематиках. Даже так. Вот этот, который был последний, он был в этно-стиле. И туда пришло более 100 человек. То есть я их разделила на две части. И была очень-очень классная атмосфера, потому что каждая девочка искала наряд, подбирала украшения, подбирала элементы одежды. Кто-то пошел в старинных платках, которым там очень много лет. И на мне был платок, который... Это был платок невесты, который подарили там очень-очень прабабушка какой-то там. Моя знакомая подарила ее маме. Она, в общем, перешло по наследству. И я была в этом платке. То есть каждая деталь у каждой девочки была особенная. И меня это очень завораживало, честно. Я в тот момент я думала, вау, вот это вот классно, этот продукт. А откуда вообще появилась идея именно этого стиля? Ты сама это любитель? Стиль? Я любитель, да. Но плюс ко всему я хотела вот этот вот возвращение к корням. То есть у нас все равно сейчас наблюдается эта тенденция. Да, подъем такой. Да, девочки носят этнические украшения. Очень приятно об этом говорить и слышать, что есть вообще такие проекты.
Сейчас мы возвращаемся на нашу кухню и продолжаем, точнее завершаем наше приготовление рагу. У нас уже все готово. Сейчас будем соединять. Фатима, насколько я знаю, помимо того, что ты трудоголик, перфекционист, ты также мама двух замечательных детей. Расскажи, пожалуйста, как совмещаешь? У меня два сына. Младшему мне 2 годика, и исполнилось недавно. И старшему 5. 2 мужичка. Но совмещаю я, как, наверное, обычная работающая женщина. У меня есть няня, помощница. Без нее бы я совсем не справилась. Это максимально теплая, милая женщина. Большое ей спасибо за все, что она делает для моих детей. У меня есть бабушка, мама моя, то есть у них есть бабушка. Мне помогают. На самом деле, я недавно совсем научилась принимать помощь, и это очень хорошо, когда женщина умеет принимать помощь. Потому что, да, порой мы хотим сделать очень многое, но мы не можем это физически сделать. Мы не можем быть идеальной мамой, идеальной в работе, идеальной женой, идеальной дочерью, и все это вместе совмещать. У меня получилось отпустить то, что я, возможно, не совсем идеальная мама, не совсем прекрасная такая, которая с ними 24/7, которая лепит, рисует, но я по возможности своей уделяю им время. В день обязательно там 3 часа я с ним, без телефона, без ничего, мы рисуем, мы лепим, качественное играем. Качественное время? Да, качественное время, и я очень часто с ними хожу гулять. Мое счастье, что у меня работа все равно, она удаленная, то есть в любом случае я постоянно с детьми, фоново. Но вот четко, что я с детьми, у меня бывает определенное время. И я очень люблю с ними прогулки. Мы часто выходим на море, мы часто ходим в парки. И я надеваю на них самую такую простую одежду. Они с ума сходят, бесятся, пачкаются. То есть я не нету такого, чтобы я прям как-то красиво, визуально ходила. Вот я хотела спросить, да, вот так. Про это. Нет у меня этого. Дети — это дети, они должны быть максимально. Недавно у меня мальчик купался в фонтане. Я стою, думаю, молодец, купайся, потому что это детство. Когда оно еще будет? Если мы сейчас из них будем делать кукол прекрасных и красивых, они потом... Не нужно им это сейчас. Сейчас, наверное, больше вот этого. Сейчас очень много говорят, что важно приучать детей с детства к красоте, к тому, чтобы окружало все такое эстетичное, да, чтобы визуально воспринимать было легко. А что скажешь на это? Как вообще, развиваешь ли ты именно эту сторону? У меня дети очень любят красоту. Мои дети замечают все, красивые закаты, красивые цветы. У меня 2-летний ребенок принес: мама, красивый цветочек, мама, смотри, красивый. То есть я вообще и студентам своим говорю, и детям своим, вот эта красота, она в мелочах, в деталях. Не в искусственной, красивой там брендовой одежде, не в том, что ты надеваешь что-то красивое, что ты делаешь, покупаешь в дом какие-то дорогие элементы, а вот в таких мелочах можно найти красоту. И я у детей к этому приучаю, потому что когда мы ходим на море, я им говорю: смотри, какое красивое, смотри, как красиво, то есть посмотри, какой цвет. У меня старший мальчик, у него есть предрасположенность к какому-то вот этому творческому началу, поэтому он очень красиво рисует, он сочетает цвета интересно, и на это я делаю упор. То есть мы с ним садимся, и прям недавно даже мы ватман изрисовали разными цветами, измазались все, то есть у меня было все в краске, но они так красиво это все сделали, а потом муж пришел и купил эту картину у сына, и он принес на эти деньги, говорит: мама, смотри, первые заработанные деньги. Я продал свою картину папе. Я думаю, что такие моменты, они очень важны, потому что вот мне кажется, что вот в таких мелочах можно счастье найти, и красоту, и счастье в первую очередь. Поэтому я детей, наверное, очень просто воспитываю в этом плане. То есть я с ними в контакте, и я очень благодарна своей работе за это, за то, что я могу быть с ними в контакте. Но иногда бывает такое, что очень много работы. И когда очень много работы, я бываю в телефоне. Я не где-то, я в телефоне. Но рядом. Но рядом. И получается, это все равно как будто у меня нет. Мне не хватает.
И вот эти моменты я стараюсь потом компенсировать как-то по-другому и выходить с ними гулять каждый день, хотя бы, да, по вечерам. На самом деле ты очень правильно отметила, что важно проводить время качественно, да, мы часто бываем рядом с детьми, но не включенными в них, то есть мы можем не реагировать на их просьбы, на их разговоры, не слышать, о чем они говорят вообще, но когда ты именно включаешься, когда ты именно концентрируешь свое внимание на своем ребенке, то и ребенок по-другому это себя ведет и по-другому себя воспринимает. Я сразу начинаю чувствовать по поведению старшего, что я немного не додала, потому что он начинает быть хулиганистым, он начинает драться с ней, а не ругаться с ней. Шакира, ты нехорошая. А все потому что он хочет привлечь мое внимание, чтобы я сказала, Ислам, так нельзя. То есть хотя бы негативное внимание мое привлечь хочет. И вот в этот момент я понимаю, так, все, Фатим, остановись, так, работа, давай с ребенком поводить. То есть приоритет все равно в семье? Да. У меня ценность семьи очень высокая. Но у меня ценность семьи и ценность развития, они прям вот рядышком. И это очень сложно, когда ты сначала такая, я в работе не доделала, а потом такая, я в семье не доделала. Но это, ну, они прям борются за первое место, но мне очень важна семья. Мне кажется, если бы не было у меня семьи, поддержки именно из семьи, вот этой вот фундаментальной, то мне бы сложно было по карьере подниматься. Переходим к нашему печенью. Выкладываем наши творожные печенье, то есть берем ложку и просто вот ложкой так сформируем шарики. Они сверху подрумянятся, а внутри будут такие воздушные. Это супер удобно, мне кажется, вообще. Да, и, кстати, это печенье очень легко приготовить с детьми. Вот мы любим готовить с детьми. У меня Ислам старший, он прям, если я готовлю, все, он рядом всегда. Мам, дай разобью яички. Мам, дай помешаю. Мам, дай порежу. То есть он меня уже и резать начал. Я, честно сказать, немного побаиваюсь, потому что мне все время кажется, что он свои пальчики порежет, но пока без форс-мажора обошлось. Учится. Учится. И у него столько желания. Сейчас у него период этот я сам. Я могу, я хочу, я сделаю. Тот момент, когда две мамы встретились. Да. Разговоры о детях неизбежны. Так. Выкладываем. То есть здесь все достаточно просто, да, мы все ингредиенты смешали, можно было взбить это все блендером для того, чтобы масса была более однородной, но у нас будет немножечко чувствоваться творог. Вот, выкладываем и выпекаем буквально 30-40 минут, здесь уже зависит от мощности вашей духовки, от напряжения. Отправляем наше печенье в духовку. Наши печенья уже пропеклись, сейчас мы вытащим их из духовки, посмотрим, что получилось. Так, вот какое у нас. Какое оно ароматное. И уверена, что будет вкусненьким. Пока мы не завершили, задам свой постоянный вопрос. Что в твоем холодильнике можно найти всегда? Траву. Траву? Какую? Зелень. Все виды зелени у меня обязательно должны быть в холодильнике. И огурцы. Отлично. Любите грудка зеленого? Ладно, грудка тоже есть. Когда все. Придерживаешься правильного питания? Да, у меня сейчас просто такой период. Отлично. Кстати, для тех, кто не ест обжаренные овощи или старается исключить жареное в своем рационе, все эти овощи можно запечь в духовке. Либо на пару, конечно, можно приготовить, либо потушить, но мне кажется, именно в запеченном виде это будет очень вкусно. Сегодня мы большие молодцы, в принципе, как и всегда, приготовили такие аппетитные, легкие печенья на десерт. И как основное блюдо у нас сегодня овощное рагу с мясом. Уверена, что это очень вкусно и сочно. Также выражаю благодарность салону кухонной мебели Барзу за предоставленную площадку. На этом мы с вами прощаемся. С вами были Фатима Исрапилова и я, Тамария Алиева. До новых встреч, друзья. Пока. Всего доброго.